Всем привет! Blender 2.80. Захотелось именно сделать написание текста. Потом сниму ролик, как сделать это в 2.81. Именно уже используя курву. И сделать свой карандаш. И сделать свой текст какой-то по рисунку или напечатанным. Посмотрим. Ну а здесь вот давайте рассмотрим аддон. Именно он для 2.80. Для 2.81 он не подходит. Я пробовал. Что нужно сделать? Сначала нужно скачать аддон. Название аддона оставлю в описании. Вы его вводите в поисковике и все это дело там быстро найдете. Там уже проблемы не будет. Так, правка. Находим настройки. Опять же, находим аддоны. Находим установить. Находим, где скачанный ваш аддон. Выбираем его, ставим установить. И пишем по-английски в поисковике именно в RE. Находится вот это именно аддон Animation Grid в Writing Animation. Все, ставим галочку, сохраняем или автоматически галочку ставим, или сохранить настройки. Закрываем. Теперь что делаем? Удаляем вот этот куб. Жмем Delete. И заходим вот в эту функцию именно контекст. Я на русский переключился, чтобы понятнее было вам объяснять. Так, его открываем, и здесь вот такая вот появляется штукенция. Анимация, именно текст. Тут стоит, ну, текст, его можно напечатать, здесь шрифт. Все по-простому, именно толщина шрифта, потом начало кадра, конечный кадр, так, межстрочный интервал, интервал между словами и так далее. В принципе, тут ничего такого нет, разберетесь. Итак, выбираем текст, можно выбрать именно курву, по курве все это дело будет рисовать. Ну, выберем текст и напишу именно для вас «Привет всем». Ну, опять же, по-английски, русское не поддерживается. Delete нажимаем, пишем по-английски «He», «Everybody», так, пробел. Так, и жмем Enter. Все, Enter нажали, выберем теперь шрифт. Поставим такой именно готический английский. Gothic English. Здесь есть Gothic Германия, Gothic итальянский. И, короче, ну вот опять же Medium, Bold, Italic, Medium. Ну здесь понажимайте, любой выберите, какой вам понравится. Ну давайте вот готический английский. Так, что еще тут можно? Размер шрифта вот прибавить. Вот такая штука. Так. Ну, попробуем, да? Create Writing Animation. Нажимаем. Появился вот этот шрифт и карандаш. Все быстренько, все прикольно. Единственное, что не нашел я, как менять тут цвет всему вот этому тексту. Нашел только, что выбираете какую-нибудь вот эту вот курву, или как она тут называется, вот эту часть. Сейчас. Вот так, допустим, вы ее выбрали и назначаете материал. Так, смотрим именно сначала анимацию. Вот карандаш пошел все это дело писать. Вот такая штука. Вот такие буквы. Белые. Хотелось бы, конечно, черные буквы на белом фоне. Смотрим, какие они вообще будут. Черные или нет. Вот выбрать выбралось, а сбрасываться. Так, сбросилось все. Тут вот установки света нет. Именно выбираем какую-нибудь деталь. Вот, вот эту, допустим, вот. И поменять ей можно цвет именно вот в материалах создать. Создаем какой-нибудь цвет. Стоит белый по умолчанию. Цвет не назначен. Сейчас вот выберем, ну давайте красный. Снимаем выделение, ставим рендер. Вот этот. И вот вы видите, что он назначился красный цвет. Если выбираем всю букву,
не применяется только к каждой вот этой штукенции материал. Опять же, чтобы его применить, нужно его создать. И вот так вот каждой вот этой курве, или как она называется, каждой вот этой запчасти, нужно назначать цвет. Выбираем, создаем. Выбираем красный. И так далее. Возможно, можно в шейдингах все это дело как-то установить. Я еще не пробовал. Вы сами уже тут полазите, посмотрите, что да как. Ну и добавим Shift A, добавим Mesh, добавим плоскость. Это будет типа у нас бумага G. Подставим. S как-то прибавим. Ну, вот так вот. Что-то в таком духе. Вот белый цвет видно не будет. Если поставим сейчас материал, допустим, черный. То буквы будут видны. Жмем анимацию. И вот карандаш пишет. Можем вот так вот боком как-то поставить. Ну, словом, снять именно ролик, сделать рендер. Вот такая штукенция. Все, всем пока, до свидания.